Вот бычок 5 месяцев. Пожалуйста, посмотрите, метис. Мать его сементалка. Мать его сементалка. Папа Герифорд. Вот, пожалуйста, посмотрите. 5-4 месяца, точно не могу сказать. Самый старший 5. Вот наши альпийские луга. Пожалуйста, посмотрите. Вот такая красота у нас. В такой красоте живут наши коровы. А? Да. Не знаю. Вот такой красоте живут наши коровки. Вот. Сейчас подходим к бычку. Ему 8 месяцев. Очень хорошая корова. Молочная. И вот такой вот он растет. 8 месяцев ему. Вот такой вот он вырос. С мамкой стоит. Обратите внимание, какой красавчик. Радость. К мамке бежит. Опа! И под сиську сразу. Опа, сразу под сиську. Вот, пожалуйста. Посмотрите, вот первотелочка отелилась, вот ее теленок. Первотелка, ей 1,5 года сейчас. Уже отелилась, вот ее теленок. А вот эта звала, прибежал. Бугаиха такая телочка. Не знаю, с какой стороны ее атаковать. Вот такая мирная картина. Вот такая мирная картина. Гуляют. Красота. Вот телята такие вот. Вот этот камолый бычок белый, а вот его мамка. Белая сементалка, но он камолый от Герифорда помешанный, вот получился белый. Камолый белый. И такие вот есть коровки. Тоже у нее был папа Герифорд, а мама сементалка. Вот такая длина, вот такая красота. Пожалуйста, хозяин идет. Молодой хозяин идет. Ну, чё? Чё? Чё за непорядок? Чё? Чё за непорядок? Для 8 месяцев ты слишком хозяином какой-то стал. Ну? Куда пошел ты? На разборке или что? Куда ты пошел? Хочет быть хозяином стади. Ну, молодой, 8 месяцев. Ну, на следующий год будет хорош. Пошел командовать стадом. Больших быков здесь нету. Где-то не лазают. Он пошел командовать стадом. А вот он, наш настоящий хозяин. Пожалуйста, посмотрите на него.
Это наш настоящий хозяин. Вот такие коровы. Вот еще один хозяин. Молодец, Яша, Яша. Молодец, Яша, Яша. Молодец, Яша, Яша. Че, Яша, че? Че, может и пойти, наверное, не знаю. Не знаю, что вам сказать. Яша, молодец. Молодец, Яша. Вот такие коровы. Пожалуйста. Ну, такие телята есть. От них. Симментальские, но мало. В основном все герефорды. Вот он, Яша наш. Вот он, Яша наш. Производитель. В июле ему было 3 года. Пожалуйста, посмотрите. Хороший. Ну, и коровы у нас добрые. Загуляла. Это загуляла королевина дочка. Вот невеста какая. Обратите внимание. Вот жених. Вот, пожалуйста. Это у нас корова поместная от Герефорда. Вот герефордские коровы. Пошла вот с теленком, обратите внимание. С бычком. Пошли они. Вот бычок. Вот мамка его. А это у нас... А это у нас поместная от сементалки Герефорд. Ей где-то около 7 лет, наверное, этой коровке. И вот это ее бычок. Такой вот хороший. Где-то 4 месяца ему. Он немножко поздно родился. Но он малышок вообще. Родился ему, наверное, еще несколько недель. Вот, пожалуйста, наша поместная телка. Тоже обратите на нее внимание. Рысак. Рысак. Как конь. Как конь, готовая стартануть. Вот, пожалуйста. Того года телочка, 1,5 года ей. Вот тоже телка того года, 1,5. Вот бычки. Ну, трудно сказать. 5 месяцев самый старший, сколько ему сейчас? 5, 4, 3. Мамка его. Вот еще один идет. Вон молодая камолая стоит. Вот они. Вот тоже наша поместная. Герефордом перекрывали, выводили породу. Это было, наверное, 7-8 лет назад. Вот родилась вот такая от симментальской коровы. Папа Герефорд у нее. Вот таких деток рожает. Она... Вот такие красавчики. Вот такие еще поместные красотки у нас есть. А он тоже наши молодые телочки. Вот они одинаковые. Те от Гериф, те сементалы. А это поместная от Герефорда. Вот смотрите, какая разница. Насколько сементалы побольше. Возраст один у них. А разница вот такая. Ох, пошла. Пошла дикое стадо. Вот. Тоже 1,5 телочка. Анто. Корова мать ее. Вот она.